Накануне в Управлении МВД России по Ангарску состоялось открытое заседание аттестационной комиссии. В нее входят руководители различных подразделений полиции. Комиссия рассматривает вопросы повышения либо отстранения полицейских от службы. Аттестационная комиссия, она обладает правом ходатайствовать. То есть мы не являемся конечным звеном реализации кадровой политики. Именно комплексный подход к оценке профессиональной готовности сотрудника для выполнения тех или иных задач является, значит, основным направлением деятельности. В день заседания аттестационная комиссия рассмотрела 5 вопросов. В результате трое сотрудников получили положительный ответ для повышения в должности. Один по своему желанию пойдет на понижение, и еще один человек рекомендован для прохождения службы в ППС.